Всем привет! Сегодня у нас 25 марта 2021 год. Находимся мы на юге Беларуси, недалеко от границы с Украиной. У нас сейчас тепло, уже второй день светит солнце, но вчера было прохладнее, градусов 6, а сейчас 8,5 уже. И на пасеке облёт начался, не во всех ульях. В этих вчера чуть-чуть летали немного, ну, за водой того, что в опилках там мокрых, сырых копались, воды добывали. А вот здесь это сегодня полноценный облет уже в этой семье и рядом с синей. Это я сюда переставлю на место пропавшего улья, где пропали пчелы. В этом вот белом были пропали, и здесь стоял улей, я его убрал сюда. На место этого уля, что пропал, чтобы убрать второй ряд этот вот. Они стояли в шахматном порядке у меня ульи, но поставил я в один ряд поплотней, а то стояли с расстоянием около 5 метров, так положено. Ну, наставил я плотно их, а этот ряд уберу полностью. Что это я так сделал, оно может и неудобно будет, что рядом сильно ульи, но траву летом косить будет лучше. То вечно между ульями бегаешь, да только пчелы кусаются. Ладно, сейчас посмотрим облет. Я думал, эта семья уже и пропала тут. Сидели тихо-тихо зиму. А они вылезли. Так что это говорить много не буду. Будем слухать, как пчелы гудут. Кого еще не вылазили, не летали, то полюбуйтесь. Так, сейчас поставим камеру. Снимаем весной, чтобы поглядеть следующей зимой. Мне то это уже не интересно глядеть, облеты будет. Весну уже у самого летает, так. Ну а весной будет, на следующую весну можно полюбоваться, как пчелы летают. О, красотень. Красотень полнейшая. Столько пчел вылезло. Вечная проблема у меня с установкой камеры. Надо штатив сделать. Thank you.
Thank you.
Thank you.
конечно же, в этом, что мы были недавно. Облет почти заканчивается. А в синем еще сильнейший. Поздувал наша камера пчел. Видно. В том уже меньше стали летать, а в этом наоборот. О, где-то на шею села, чтобы не прищемить, а то укусить. Согнал. Надо, наверное, капюшон одеть. Ну, байки. То кусаться будет сейчас за шиворот на связи. Они то не злые, но если придавишь, так, конечно, укусит. Зима-то затяжная получилась у нас. Уже получается март 25-е. Можно сказать, более-менее первые дни теплые пошли такие. Облет-то уже был, но он был, а на завтра снега навалило через день. Ну а сейчас уже второй день солнца и тепло. Вчера плюс 6 было, но летали пчелы там в дальних ульях, тех, что зимой подкармливал рамками. Летали за водой, видно. А это у нас получается, пчелы уже чисто на облет вышли. Покуда что два улья, остальные все молчат покуда. Наверное, тут топтаться по траве-то неохота, конечно, могут сидеть. Но не видно, чтоб... Уже подсохла трава, так не сидят, а то когда вода, так сидят, воду шукают тоже. Ну, этих видно расплод сейчас не очень еще ростят, то что на облет чисто пошли. Там у меня баква в третьем поколении, мы уже даже в четвертом. Сидят покуда, ну так, одна-две вылетит, все. Ну и остальные вроде бы. Стучал везде, ходил, постукивал, так гудусь. Нормально. Это у наша хурма. Позавчера веточку верхнюю обломал, самую верхушку была присохшая, но тут вот уже сырая пошла, так не трогал. И почки были сырые. А самые-самые верхние подморозило зимой, так примерно это присохли. И вот там у нас так получается, она сидит. Рекомендовала закапывать по прывой этот, где прививали. Но я не закопал, потому что сильно он высокий. И так в землю загнал сантиметров 20 где-то. А весной вода стояла, у травору прокапываю, чтобы сбегала. Тут болото у нас. Так что так получилось. Ну, вроде бы не пропало, будет расти, если что. Сейчас постоим, троху поглядим, вот, где летает, да и все. Там за машиной ездят у нас. Два улика облетелись капитально. Наверное, потом возьму рамки с этих семей, что пропали. Там меда полно стоит, и в этом улье, в белом тоже. Да возьму рамки, где полномедные, в дом занесу, чтобы нагрелись. Да открыем, поставим меда с тех пчел. Пчелы пропали, видно, по осени еще. От клеща, скорее всего, плохо обработал. Того собираюсь на выходные в столицу, то купим препарата, поставим полоски. Самый известный, чтобы обработать от клеща. Хотел дымпушку делать, но неохота что-то бипином сейчас их связно шмыхать. Поставим полосок с растительными маслами. Да и все. Так что вроде бы перезимовали. Летай.
Этот вот улей молчит покуда. Это тоже перестаю вот сюда, вот где пропали. Но стучал, так что-то есть там. Тут вот гляжу, уже вылазит, пчела летает. Тут еще вчера летали за водой. И сегодня летает. Может даже уже и пыльца пойдет скоро. Первая. Скорее всего. Это что-то странно. Тишина. Сейчас я стукну, послухаю. Сидят просто, что тут тень так холодно. Еще им видно. Ну или надобности лететь нема никуда. Получилось, поставил я вот дерево тут у меня. Надо где-то ветки пилить, чтобы им летать было. Я тут большую не знаю. Привыкну. Не беды. Облетят. Ну, это вот крайние две семьи оставил. Рамки наверх ложил зимой. Эти сидят, они уже в летку сидят, наверное, месяца полтора. С тех пор, как я стаю, и перед этим сидели. И сейчас сидят. Тоже на облет все не думаю выдать. Уже до 10 градусов тепла. Так что можно сказать, за зиму семей у меня то не пропало. Пропали они то две. Две получается. А пропали они не за зиму, а по осени из-за того, что клеща толком не обработал. То, что зимних пчел под море литр был. Ну что, осыпались. В одной литр, почти литр, а в другой еще меньше. Это с осени пропали. Так что нормально. С 13 семей у меня сейчас осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 штук. Эти 10 дадут райодок. Хватит. Да, рассаживать не буду. Хотел еще продать семей 5. Просили у меня на Гомель завести, но это далековато, 300 километров. Ну, подумаю. Короче. Хотел оставить семей 5. Нормально было. Этот год. Воды много на речке, так. Троху рыбалкой заняться решил. Приманок с Китая на заказывал уже. Это прошло кучу целую. Будем пытаться ловить рыбу хищную. Ладно, еще минутку посидим возле улья, где летает, да и на этом будем заканчивать. Приземлилась. Полетела так. В этом улье у меня были злющие пчелы. У меня на канале там есть ролик, я снимал, когда Ройс их вышел. Да пытался я улей засыпать его у других. То покусали все чисто, даже перчатки кожаные не спасли. Эти что, сварщики пользуются. Прокусывали на пальцах. А потом их матка с облета не вернулась, молодая. Я им подсадил с другого улья плодную матку. Тоже рой вышел там. А чтобы брать ее, да не убивать, так я сюда посадил ту плодную старую матку. И поменялась она. И теперь эти пчелы более-менее спокойные. И на зиму собирал, спокойные были. И сейчас вот сидим, не кусаются. А были злющие. Улей буквально 3 минуты открываешь и все. Без дыма вообще грызлись. Ну и с дымом грызлись, ну меньше. Дмишь, так ховаются. Только перестаешь дымить, сразу все наверх и кусаться. Видно, эти среднерусские тут у нас. Национальный парк Припятский, то у лесу еще водятся эти дикие пчелы. Среднерусские. Так что еще мешаются все-таки. Ну, сейчас много кто занимается у нас тут бакфастом, бекарниками. Уже, как бы сказать, какие сведутся скоро эти среднерусские, что в лесах жили, лесные пчелы.
останется только помесь. Ладно, я заканчиваю. Всем удачи, хороших облетов, медосборов всем пчеловодам. Пока.